В Новосибирске завершился чемпионат города по парусному спорту. В первой гонке было заявлено 17 яхт, но на воду вышли только 16. Соревновались между собой крейсерские яхты трех классов. Нева, четвертьтонник ОРС и небольшой класс спортбот. В этом сезоне, в отличие от прошлых, результаты оказались непредсказуемыми. Фаворитов прошлых лет потеснили новые участники. Также нововведением этого года оказался маршрут. Это командные соревнования. Фактически на яхте гоняется от 4 до 5 человек в соответствии с правилами класса. И, соответственно, это командная работа, когда каждый знает свое место, каждый знает, что он делает в той либо иной ситуации. И от того, насколько слаженный, стренированный экипаж, тоже очень много зависит. Добавлю, что в четверг, 28 июля, стартует Кубок Сибири по парусному спорту. Участники соревнований приедут из разных городов, чтобы побороться за звание лучшего. На старт выйдут яхты разных классов, а также виндсерферы. Дистанция для яхтсменов будет расположена между островом Молодежный и дамбой Новосибирской ГЭС, а соревнования по виндсерфингу пройдут напротив пляжа «Звезда».